Всем привет! И сегодня у нас по плану совершенно полностью собрать внешку десятки. И начнем мы, конечно, с установки евроручек. Надеваем резинки на ручки, устанавливаем и прикручиваем. На эту работу ушло у нас минут 40. Далее сразу же обязательно новые личинки в двери. Теперь установка и подключение новых светодиодных клюшек. Прикручиваем, подключаем. Я даже не представляю, что с ней будет в конце дня. Теперь нужно установить бампер, но перед этим прикрутим и подключим рамку с подсветкой. Когда включаешь габариты, рамка загорается, и на ней написано «синюю десятку выиграл». Ловит алёс колёс. И вот теперь уже ставим бампер. Ну что, друзья, это просто нереально. Вы только посмотрите, какая сочная задница у этой десятки. Ладно, идем дальше. Работы еще очень много. Теперь ставим зеркала от Priory 2 в цвет с повторителем поворотника в стиле Lexus. В это время мы съездили в магазин и купили абсолютно новые фары. И сразу же поставили на них дефицитные рыжие поворотники. На передний бампер мы сразу прикрутили губу самурай. В конце поставим решетку радиатора. Все, друзья, морда практически готова. Далее пластиковые накладки на пороге от Priory. Все, наступил глубокий вечер, и я вам могу показать итоги дня. Машина по внешке готова на 90%. Вид сзади машины просто шикарный, все детали подошли идеально. Далее смотрим ручки, личинки, зеркала, все круто, встало на свое место. Ну и давайте посмотрим на морду. Это что за тюнинг? Такая красота, какая роскошь. Да, действительно, морда у этой десятки получилась зачетная. И это при том, что зазоры у этой машины еще не выставлялись. На зазоры на днях мы выделим день и выставим все максимально красиво и ровно. Работы с ней еще много, и тут, кстати, будет у нее своя фишка. И на днях придут новые шины, и мы наконец-то поменяем колеса. Все, на сегодня работы предостаточно.